Вот о какой пещере он говорит. Это лодка, на которой сбежала та женщина. Значит, вы двое всерьез настроены идти до конца? Да. Дело не только в Джилл, но и в проекте Ура-Борос. Отговорить мне вас не удастся, я понял. Я свяжусь со штабом и попробую добиться отмены приказа об отходе и выбить для вас подкрепление. Главное, оставайтесь в живых. Так зовут директора африканского отделения Трисел. Ты думаешь, она как-то связана с Ирвином? Но у меня нет доказательств. Трисел. Если связь и правда есть, что это значит для Африки? Не знаю, но если мы пойдем дальше, обязательно выясним. Ясно. Подбери. Ясно.
Я и не знала, что здесь есть такое место. Похоже, тут недавно кто-то был. Надеюсь, что здесь мы найдем ответ. Бери. Окей. Тебе помочь? Сейчас не могу. Марш! Окей. Okay.
Давай! Издеваешься? Бери. Окей. За мной должок. Бери. Окей. Марш! Окей. Окей. Давай. Ясно. Бери. Окей. Бери. Ясно.
Черт, это еще что такое? Лучше держаться от них подальше. Давай! Марш!
Бери. Ясно. Окей. Иди к другой. Спасибо. Thank you.
Марш! Ясно. Бери. Окей. Давай! Ясно. Живо! Окей. Тут... На цепь. А где вторая? Ясно.
Спасибо. Подготовка почти завершена, а потом можно уходить. Хорошо. Знаешь, меня удивляет успех Лас-Плагас. Поначалу у меня были сомнения, а теперь Ураборос завершен. И ты оказалась наверху, Трисл.
О, у меня куда более обширные планы. Тебе понадобится партнер, не так ли? Кто-то, способный встать рядом с тобой в новом мире. Мне кажется, я доказала, что достойна. Все может быть. ООНовцы здесь. Похоже, твой дружок Крис Редфилд решил нас навестить. Я чую волнение. План на финальной стадии, и отсрочек я не потерплю. Новая раса сверхлюдей, порожденная вирусом предок. Ты, я должен был стать богом. Теперь это право мое. Ну что ж, благодарю тебя, спонсор.